Мы продолжаем наш постоянно действующий межвузовский онлайн-практикум использования онлайн-сервисов и электронных образовательных ресурсов. Сегодня практикум номер 4 в цикле, и посвящен он технологии геймификации как средству развития информационной компетентности учащихся. Меня зовут Минич Оксана Анатольевна, доцент кафедры информационных технологий в образовании физико-математического факультета, кандидат педнаук, доцент и научный руководитель ресурсного центра «Сетевая академия педагогики электронного обучения». Как вы уже успели посмотреть презентацию ресурсного центра на базе гимназии номер 37, я думаю, что общее впечатление все участники нашего сегодняшнего мероприятия смогли сложить, первичное впечатление. Хотелось бы прежде всего пару слов сказать об этом ресурсном центре, потому что он был создан более чем 10 лет назад на базе одного из лидирующих учреждений образования города Минска, гимназия номер 37. И данный ресурсный центр информационных технологий на протяжении этих всех лет целенаправленно накапливает и распространяет педагогический опыт использования информационных коммуникационных технологий в педагогической деятельности. Сегодняшний практикум у нас будет именно практикум, то есть помимо выступлений педагоги гимназии предложат нам выполнение нескольких практических работ, и в программе семинара мы это отмечали, что вы должны быть готовы работать с ресурсом AdPuzzle и Canva, то есть зарегистрироваться на них при помощи любого аккаунта в социальной сети. Прежде чем я предоставлю слово нашим уважаемым выступающим, хотелось бы еще отметить, что на нашем сегодняшнем онлайн-мероприятии присутствуют представители МГПУ имени Шамякина, также Минского областного института развития и образования, Витебского государственного университета имени Машерова, это и студенты, и преподаватели, и методисты. Также у нас в помещении ресурсного центра сидят и будут выполнять практические работы студенты факультета естествознания. В онлайн у нас присутствуют, как я вижу, студенты факультета дошкольного образования нашего университета БГПУ. Также вижу, что присутствуют представители Минского областного института развития образования и Гродненского областного института развития образования. Так, еще Могилев, кстати, к нам подключился, Могилевский государственный университет имени Кулешова. Остальные уважаемые участники, кто не подписался, вы можете в чате подписаться, откуда вы. То есть вы пока записаны в чате только по именам. Вы, пожалуйста, отпишитесь в чате, кто вы, из какого учреждения образования, чтобы мы понимали, с кем мы сегодня работаем. И я хотела бы еще 5 минут уделить вашего внимания небольшому вопросу. Это именно терминологическому аппарату, который сейчас претерпевает небольшое изменение в связи с тем, что появился такой так называемый тренд цифровизация. Здесь я бы хотела обратить внимание всех присутствующих и преподавателей, и студентов, что наиболее крупнейшая и сформировавшаяся школа, научная школа, которая изучает проблемы информатизации образования, использования ИКТ в образовании, это научная школа Роберт и Ирены Виньяминовны. На слайде я представила ссылку и QR-код для перехода на сайт научной школы. И еще в 2009 году данная научная школа опубликовала толковый словарь терминов понятийного аппарата информатизации образования. Однако жизнь не стоит на месте, и вы тоже со мной согласитесь, что после 2009 года прошло достаточно много времени, появилось много новых терминов, понятий, которые также требуют разъяснений.
И специалисты научной школы, я выключу видео, чтобы вам было больше видно, виден слайд. Специалисты научной школы разъясняют данные термины следующим образом. Вот чтобы тоже мы старались, ну так скажем, придерживаться этой единой терминологии. В целом термин «образование» подразумевает именно воспитание, обучение, развитие человека. В отличие от цифровизации, потому как цифровизация — это есть перевод каких-то данных или информации из текстовой, аудиовизуальной, табличной и другой форматы в цифровую. То есть, естественно, когда мы говорим про цифровое образование, то это неправильно. Цифровизировать образование, то есть воспитание, обучение, развитие человека невозможно. Но имеют место быть такие термины, как цифровая трансформация образования, цифровизация информационного взаимодействия, цифровизация информационно-методического обеспечения образовательного процесса, организационное управление образовательной организацией, цифровизация образовательных услуг и цифровизация обеспечения информационной безопасности личности обучающегося. Я не буду долго задерживать ваше внимание на всех этих терминах. Единственное, которое бы хотела пояснить, это первый — цифровая трансформация образования. Под этим понятием рассматривается комплексное преобразование деятельности участников образовательного процесса при активном и систематическом использовании цифровых технологий и реализации в образовательной практике результатов достижений научно-технического прогресса, приводящая к системным существенным изменениям, как позитивным, так и негативным. То есть еще раз хотелось бы подчеркнуть, что, конечно, цифровизация в целом, как любое инновационное течение в педагогической науке, оно рассматривается и несет в педагогику как положительные черты, так и отрицательные. И, конечно же, работа в том числе и нашего ресурсного центра сконцентрирована на том, чтобы собрать позитивные моменты применения информационно-коммуникационных технологий в педагогической деятельности и получить максимум эффективности от них. Остальные термины мы опубликуем на нашем сайте и в соцсети Facebook, для того, чтобы тоже уважаемые коллеги могли познакомиться и использовать их в работе. Нам прислали эти термины научная школа Ирены Вениаминовны Руберт, то есть они достойные, они актуальны и достоверны. Еще то, что вот мы нашли в сети, и, наверное, вы интересуетесь различными открытыми мастер-классами. В данном случае 1 июня вот у коллег состоится бесплатный мастер-класс для разработчиков онлайн-курсов. Естественно, наш ресурсный центр, он постоянно собирает какие-то актуальные публикации, ссылочки, мы это размещаем в соцсети, на сайте, поэтому если у вас тоже будет какое-то интересное мероприятие или в университете, или в гимназии, или вы найдете интересную ссылку, публикацию, добро пожаловать, присылайте нам на почту, мы будем очень рады распространить эти ссылки для своих подписчиков.